этот день ровно 7 лет назад вся Россия узнала о жителе Пожвы Михаиле Захарове. Он стал героем программы на федеральном канале «Главная дорога». Местный Самоделкин взял тачку на прокачку, и получилось нечто достойное общероссийского признания. Пятиместный салон, полный привод, жесткий каркас, лебедка, двойной багажник и два бака на 115 литров. Словом, игрушка для серьезных мужчин – гибрид Нивы и УАЗика. Стихия этого автомонстра – пиявки до лягушки. Она отлично идет по болотам. А мы надеемся, что за эти годы Захаров создал не одно подобное автотворение. Ровно 2 года назад в этот день в Березняках случилась настоящая театральная революция. Спектакли вышли за рамки театра и ушли в другие заведения, в кафе и клубы. Идея создать такой театр зародилась у Ильи Третьяка, актера БДД Сергея Стерхова, любителя театрального искусства. На площадке проекта «Петрович и Саныч» они успешно запустили первую постановку по творчеству Евгения Гришковца. И такая инициатива нашла положительный отклик у зрителя. И проект развивается по сей день. А 3 года назад, в 2019-м, в Березняках состоялось открытое первенство города по необычной спортивной борьбе – грэплинг, одному из видов единоборств ММА. Соревнования проводились уже 4-й раз и были посвящены 30-летнему юбилею вывода советских войск из Афганистана. На участие в соревнованиях заявилось 11 команд со всего края, а это почти 120 человек. В итоге золото командного первенства завоевала Федерация спортивной борьбы «Каскад».